предстоящие выходные в преддверии Дня всех влюбленных. Ну а пока вы думаете, как порадовать свою половинку и как подготовить романтический ужин, я, Алина Гудова, расскажу вам прогноз синоптиков на ближайшие дни. Многие целый год готовятся для того, чтобы признаться в любви именно в день Святого Валентина, а кто-то даже играет в свадьбы, например, самый известный шеф-повар телеканала «Пятница» Константин Ивлев. А вот Волгоградская пятница 10 февраля подготовила нам днем минус 2, ночью минус 11. В эту субботу на термометре днем минус 3, ночью минус 11. И это прекрасный повод согреть друг друга в объятиях, как это делают герои картины Марка Шагала «Над городом». А вот воскресенье радует нас обещанием скорого тепла. Столбик термометра вот-вот дотянется до положительных значений, но пока дотянулся только до нуля. А вот ночью по-прежнему минус, минус 7. А в специальном разделе 14 февраля на нашем сайте вы найдете самые интересные идеи для того, чтобы удивить своих любимых. А если вы хотите, чтобы волгоградцы узнали о ваших специальных предложениях к предстоящим праздникам, связывайтесь с нашими менеджерами по телефону или WhatsApp. С вами была я, Алина Гудова, и прогноз погоды от блокнота «Волгоград».